Сколько Асис вам заплатил? Это она. Из-за талана. Выходит, Асис все-таки надо убрать. От меня не уйдешь! Это стрелка! Тебе не уйти! Спасибо. Стоило ожидать. Асис нанял громил, чтобы не подпустить меня к добыче. Они погибли из-за его гордыни. Где он сейчас? Пошел за углебрюхом. Идем, скорее. Почему он решил охотиться в одиночку? Он тщеславен. Не хочет делить победу со своим дроздом. Мой наставник поступил так же. Пошел на углебрюха без меня. А ведь он знал, что нам нужно сместить Асис. Брюх пошли дальше. Могу их выследить. Эти деревья повалил углебрюх. Боюсь, мы опоздали. Таркаса я нашла, когда он уже был при смерти. А с отцом я даже попрощаться не успела. Где был Асис, когда умер твой отец? Наблюдал. В тот день он стал ястребом солнца. Но не хочет даже говорить о событии, благодаря которым он получил свое звание. Сегодня все изменится. Углебрюх! Вот он! Хорошо держится. То есть, хорошо держался. Ну, придется нам попотеть.